тебе нельзя дружить с сестрой. Убегаешь, улетаешь, каждый вечер ты теперь с другой. Не могу тебя совсем забыть, не могу совсем тебя простить. Каждый вечер жду тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый. Ты больше не будешь слушать сказки, все очень непросто. Ты больше не любишь группу краски. 100 вопросов, 100 ответов. Что же в жизни для тебя важней? Убегаешь и не знаешь, сколько мама не спала ночей. Кто сейчас с тобой, где ты сейчас? Может, ты совсем забыла нас? Каждый вечер ждет тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый. Ты просто не будешь слушать сказки, все очень непросто. Ты больше не любишь группу краски. Я сама не понимаю, что с тобой случилось, старший брат, стала жизнь твоя другая. Кто же в этом, кто же виноват? Ничего поделать нам нельзя, не враги мы, но и не друзья. Только все же жду тебя домой. Но ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый. Ты просто не будешь слушать сказки, все очень непросто. Ты больше не любишь группу краски. Пластинки, другие вопросы. Твои девчонки как с картинки, но ты уже взрослый. Ты просто не будешь слушать сказки, все очень непросто. Ты больше не любишь группу краски.